АТВ «Ихсан» представляет. Дни Хунайна. Как и во все времена, в Мекке жили завистливые люди. Не по душе им была беспрекословная победа пророка. Мекка была покорена за короткий срок, и многие язычники целыми группами принимали ислам. Но находились и иные группы язычников. Одной из таких групп были хавазиниты. Они собрали войско и решили напасть на Мекку. Предводителя хавазинитов звали Малик ибн Авв. Авв собрал свое войско и женщин, и детей, и животных, желая напугать этим мусульман. «Это сражение будет последним боем Мухаммада», — говорил Малик ибн Авв. «До сих пор он просто не встречался с настоящими воинами и потому побеждал». В Мекке узнали об угрозе со стороны хавазинитов. Пророк не был сторонником войны, но он был вынужден воевать, если на него шло войско. Мусульмане в Мекке в короткие сроки подготовились к войне. В войско мусульман приходили и те люди, которые в прошлом воевали против них. И вот приготовления завершились. Пророк собрал 12-тысячное войско. На рассвете два войска встретились в долине Хунайн. Хавазиниты сразу же перешли в наступление. Тысячи воинов противника бросились на мусульман. Они разделили мусульманское войско надвое. Все было разрушено за одно мгновение. Мусульмане разбежались по сторонам, смешались верблюды, кони. Пыль поднималась от борьбы противников. Видны были лишь искры от ударов молний. Пророк восседал на своем коне. «Где вы, о ансары? Где вы, которые дали мне обет верности под акацией?» Слова пророка звучали в ушах мусульманских воинов, мобилизуя их. «Вот мы перед тобой, о пророк», — ответили ансары. Призыв пророка воодушевил ансаров, и они яростно ринулись в атаку. Хавазиниты, увидев стойкость мусульман, не могли продолжать сражаться. А как только пыль сражения рассеялась, открылась неприглядная картина. В войске хавазинитов были женщины и дети. Пророк верхом на своем коне Дудуле преследовал бегущего противника. Хавазиниты в страхе покинули долину Хунайн. Победа была за мусульманами. В самые трудные моменты поддержка пророка всегда помогала одерживать важнейшие победы над врагом. Признание Икримы. Сын Абу-Джахля Икрима, как и его отец, когда-то выступал против посланника Аллаха. После покорения Мекки мусульманами Икрима поверил в пророка и стал мусульманином. В рядах мусульман Икрима сражался с хавазинитами в долине Хунайн. Его друг Сухайль тоже сражался в этом бою. Он не был мусульманином, но чтобы спасти Мекку, он, как и многие другие, влился в ряды защитников. Когда в начале сражения мусульмане, разбитые надвое, побежали, Сухайль, приблизившись к Икриме, крикнул: «Конец мусульманам!» «Все в руках Аллаха», — ответил Икрима. «И если сегодня сражение идет не в пользу пророка, то завтра оно обязательно пойдет в его пользу». «Раньше ты так не говорил». «Что случилось с тобой?» — спросил Икриму Сухайль. «Знаешь», — ответил тот, — «мы были поглощены праздностью, не думали, не размышляли. Облюбовали бесполезные куски камня и были довольны этим». Сухайль был поражен словами Икримы. Человек, который смог таким образом изменить Икриму, поистине был великим человеком. Радость молочного брата. Хавазиниты, оставив своих жен и детей, бежали. Кони и верблюды бродили без хозяев по полям. Пророк был милосерден
И он взял под свою защиту жен и детей хавазинитов, а также их животных. Он сказал своим воинам: «Хорошо обращайтесь с женщинами и детьми, слугами и животными. О посланник Аллаха, но это дети язычников!» Попытались возразить сподвижники пророка. «А разве вы не дети язычников?» – спросил их пророк. «Не забывайте, каждый ребенок, когда рождается, уже имеет исламские ценности поведения. Он хранит эти ценности, пока не начнет разговаривать. И только потом родители превращают ребенка либо в иудея, либо в христианина». Сподвижники прислушались к пророку и хорошо обращались с детьми, женщинами, слугами и животными побежденных. Среди пленных была одна женщина, которая объявила себя молочной сестрой пророка. Ее привели к пророку, и тот сразу узнал ее. Звали ее Шайма, и он вспомнил, как проводил с ней свои беззаботные дни детства. Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, подсел к Шайме и спросил о молочной матери, отце, а потом сказал: «Шайма, если хочешь, можешь оставаться со мной. Здесь ты найдешь любовь и уважение. Если хочешь, могу одарить тебя ценными подарками и отправить к родственникам». Шайма подумала о своем муже, детях, доме. «Дай мне подарки и отошли к родственникам», — сказала Шайма. И пророк исполнил ее желание. Шайма была довольна щедростью и преданностью пророка. Она произнесла калимат шахада и стала мусульманкой. Пророк дал ей стадо верблюдов и овец, подарил много подарков и отправил к родным. Радость пленных. Все добро, брошенное хавазинитами на поле сражения, принадлежало победителям. Таковы были правила сражений. Пророк должен был распределить это добро между мусульманами. Около 6000 женщин и детей попали в руки мусульман. То были семьи врагов ислама. Пророк привез им чистую одежду из Мекки и делал все, чтобы пленники не ощущали тягот. С ними обращались не как с пленными, наоборот, с ними держались как с гостями. И каждый из этих пленных был благодарен пророку. Часть хавазинитов укрылась в крепости Таиф. Спустя некоторое время они послали своих гонцов к пророку с радостной для пророка вестью. Хавазиниты хотели принять ислам. Пророк был очень рад тому, что хавазиниты обретали истинный путь. Он передал всех пленных их родным. Все вокруг радовались, ведь хавазиниты, обретя прекрасную веру, вновь обрели также и своих родных. Это сражение вновь показало людям, каким милосердным и справедливым был посланник Аллаха. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!